Девочки, всем привет! Начинаю новый влог. Едем сегодня на дачу к нашим друзьям близким, крестной Арины. Вот, на выходные. Ренат позавчера ездил с Ариной к нам на дачу. Я с малышкой была дома, так как, по обстоятельствам я отравилась, плохо себя чувствовала, и малышки колики, в общем, дома остались. Аня там развлекала девочек всех наших, вот. Так что буду снимать вам, надеюсь, понравится. Включим обладочки. В магазин заехать, Софийке подарок купить, у нее день рождения было. Повернись. Приехали. Вы не представляете, какая у меня ностальгия, девчонки. Мы здесь столько тусили на этой даче до рождения деток. И уже, конечно, когда детки родились, вот на этой террасе, веранде, что только не творили. Смотрите, какая красота. Hello! Не кричи, сейчас Софийка проснется, потом будете играть. И вот смотри, еще кольца кидать, динозавр. Мячик. Видишь, в динозавра надо попасть. Видишь, нет? Какая красота. Смотрите, сейчас, Ариша. Не ори, пожалуйста. Я намылась, у нас горячую воду отключили, так классно. Девочки там бесятся. Шорты свои нашла дома. Ой, скорее бы похудеть. Давай. Я не приучаю ее к тишине. Смотрите, в какой красоте мы гуляем. Крыжовничка? Нам по две ягодки. Угу. А я тут загораю, кайфую. Все дела. О, сколько дачу. Просыпаюсь я утром, а мне моя подружка приготовила сырники и чай. Моя кошечка приготовила мне завтрак. Спасибо. Я вам на двоих кашку сделала, ты поняла? Да. Но я пока полакомлюсь сырничками. Темно было видно, посмотрите. Я так люблю сырники. Это вообще одно из моих любимых блюд. Сколько мне сырничков, оказывается, еще и кашку. Ой, как приятно. У вас есть такие заботливые подруги, друзья? У нас только что была классная фотосессия. Любаня нас фоткала, у них аппарат прикольный, профессиональный. Вот я с малышку закачиваю. Спать пора. Девочки вон на площадке гуляют. Решили остаться подольше. Сегодня воскресенье, не уезжать по пробкам, еще побудем. Так хорошо. Просто невероятно. А самое главное, деткам классно на воздухе. Ну, меня все поймут, у кого есть дача. Это, конечно, здорово. Понеслась! Пыбыц! Нормально! Вот это скорость! Сейчас она, мне кажется, отдохнула. Аккуратненько. Она фото здесь так не... Дочь, тебе нельзя. О, наша машина поехала. Здравствуйте. Всем привет. Мы сегодня такие полосатенькие. Ну, убери ручки. Все полосатые. Едем к врачу. С Мирочкой по делам. На дачке все загорели.
И я полосатенькая. И Зеш полосатенький. Три полосатика. Все. Совсем забыла, хотела вам показать, какие классные очки. Мама нам урвала моим любимым Massimo Dutti на скидках. Ой, сейчас. На кнопочке. Я очень люблю, как у них все сделано. Чехлы. Это кожа. Посмотрите, какие они классные. Коричневого цвета. Такая сумасшедшая оправа. Мне очень нравится расцветка. Под дерево сделанные. Они очень добротные, такие тяжелые. Ношу их сейчас, не снимая. Мне идут очки. Мне кажется, вот прям... Я люблю любые формы. И смешные, и классические, и спортивные. Вот, люблю очки. У меня их куча. Сейчас на себе покажу. Вот и я. Правда, у меня на голове черти что. Смотрите, как классно смотрится, что здесь вот белое с коричневыми вкраплениями под дерево. Вот здесь. Здесь. И затемнение. Очень классное. Здесь темнее, здесь посветлее. Коричневый цвет такой приятный, все отдает. Глаза не устают в них. Ну так, как вам? Ну куда ты лезешь, маленький мой гном? В общем, я довольна. Скажи, мы где? В клинике. Мирусику водили, да, к врачу? И на молочку. На Саня будет на ночь останется. Аня к нам всем приедет? Да, мы с ней съездим, нам надо по делам, все, потом вернемся. Ну, в магазин. Подписывайтесь на мою